Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня собираем качель. Помимо качели будем делать систему подвязки вот в этой теплице замечательной под названием дачник. И еще привезли парник, хлебница на участок. Каркас качели мы собрали. Покрыли его поликом, прикрутили подлокотники. Или как правильно назвать их, полки под что-нибудь. Сейчас будем обшивать само сиденье и уже потом навесим его на каркас. Кончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня качель. Каркас качели сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Сверху покрыт поликарбонат бронза. Лавка и полки из доски обработаны антисептиком с тонирующим эффектом. Вот такая здоровская качель. Также, как я уже говорил, есть у нас парник. Привезли. На участке стояла теплица дачник 3х6. Установили в ней систему подвески дополнительно. Вот такой комплект получился на участке у клиента. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.